Сутки подготовки. Тюмень дзюдо. Уважаемые родители и дети, сегодня мы вам расскажем о правилах записи и посещения тренировок спортсменами в Центре олимпийской подготовки Тюмень-дзюдо. Кратко об этом виде спорта. Дзюдо – это японское боевое искусство с древними корнями, проистекающими из самурайских традиций, один из самых безопасных видов единоборств для детей, означающий в переводе с японского «гибкий путь». Если вашему ребенку уже исполнилось 5 лет, то в течение учебного года мы готовы записать его на занятия по дзюдо. Для этого вам потребуется следующее. Копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка. Копия медицинского полиса. Оригинал медицинской справки с разрешением врача посещать тренировки по дзюдо. Оригинал договора, форму для заполнения которого можно взять на сайте или у администратора центра. Когда пакет документов будет собран, необходимо сдать его администратору. Выбрать удобное свободное время для тренировок. После зачисления ребенка в группу производится оплата абонемента на месяц вперед, а также выдается пластиковая карта для отметки занятий. Перейдем к правилам посещения. Перед каждой тренировкой юному дзюдоисту предстоит выполнить несколько условий. Одеть медицинскую маску, сменную обувь или бахилы. Обработать руки на входе в учреждение. Пройти в специально отведенную раздевалку, в которой можно оставить верхнюю одежду, либо сдать ее в гардероб. Переодеться в спортивную форму. Взять пластиковую карту, отметить посещение занятия у дежурного администратора. Далее пройти к месту встречи со своим тренером. Обращаем ваше внимание, что для тренировки ребенку потребуется форма, включающая в себя дзюдогу, штаны и пояс, сланцы, бутылка питьевой воды. У нас ваши дети могут стать частью большой семьи дзюдо. Центр олимпийской подготовки. Тюмень дзюдо.